Всем доброго утра, а я, друзья мои, только что позанималась йогой. Ну, в пижаме, конечно, в пижаме, а что делать? Хорошо, что привезли такую пижаму с длинными рукавами, да? Потому что очень хорошо, не так холодно. Боже, я сейчас вам, пока все спят, покажу наш двор. Ой, там так тарит, чтобы меня не заметил. Такая движуха. С утра я позанималась. Ну, вот здесь на коврике. Что-то я сегодня, посмотрите, какая опухшая. Мы вчера ели арбуз, много пила я. Вот смотрите, прям такие глаза опухшие. Я так умылась, и все, и спала. Вчера легла в 11 часов, отключилась. И вот до 6:15. Уху-ху. Смотрите, смотрите, какая красивая с этими губками. Натуральные губки. Так, мои дорогие, сейчас смотрите, что я буду вам делать и показывать. У меня такая идея сегодня. Пока они спят, вам сейчас сниму видео, умоюсь, запишу желание. Я же сейчас трансерфинг реальности. Я выполняю эту технику, работаю над ней. Чудеса происходят просто. Вам не передать. Ну, не буду навязывать никому свои мысли. Мы так вчера не смогли заснуть в этом доме. Вот в этом. Почему? Я вам сейчас объясню. Столько там мошек. Столько там мошек. Может, мне мошки тоже покусали, потому что мы не могли там. Свет включенный, они лезут все. И они кусаются. Немножко кусаются, да. Потом, значит, папа говорит, давайте выходите, говорит, я сделаю лекарство. И он сделал лекарство, и мама говорит, зачем, говорит, вы будете там ложиться, там много комаров, идите к нам. И папа пляжет в мою комнату вместе со мной, а вы, говорит, идите туда. Мы, короче, я села возле компьютера, столько было там комаров, мошек. В зале. Сегодня я скажу, чтобы что-то делали. Это невозможно. Невозможно свет включенный оставить. Невозможно, потому что все лезет в рот. В рот лезут, лезут они. И мы вчера, я вчера столько этой моей своей пижамой киталась во все стороны возле лампы. У меня все руки болят. Куча. И потом смотрю, они все на полу. Ну, а сейчас делаю... Что я делаю, девочки, мальчики? Покажу вам, что в этом году виноград, видите, и там виноград, все пусто было, испортился виноград, он замерз, и вот новый пускает. Вот тут с этой стороны есть чуть-чуть. С этой стороны, видите, есть чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Папа поливает этим все время. Покажу вам соседей. Да, ой, знаете, сладкие уже. Какая прелесть. Чуть-чуть мы дождемся его. А вы знаете, какой вкусный виноград. Смотрите, как он сделал. В том году у него не было такое. Я тихо говорю, потому что они тут спят. Вы понимаете, они сделали. Отойду отсюда. Короче, они сделали здесь раковину. У них не было раковины. И в туалете провели воду. Классно. Вкусный виноград. Там виноград. Ну, здесь вот такой вид. Не так уж хороший, но... Цветы обалденно красивые, да? Посмотрите, сколько. Я просто тащусь. А сколько помидоров завязалось, видите? Куча помидоров. И знаете, что здесь? Я смотрю. Вот это что такое? Вот это... Интересно.
этот цветок у меня тоже есть. О, мама, как красиво. Ну, как всегда, красивые гвоздицы, гвоздики. По-моему, у меня такие цвета тоже есть и здесь. Смотрите, как она любит цветы. Вот этот у меня есть. Кукуруза у нее в этом году, они посадили вот так. Видите? Красавчики, эти помидорчики надо... Знаете, что делать? Их надо поднимать, чтобы они наверх шли, они упали у них. Как папа придумал здесь. Молодец. Вот этот цветок красивый, у меня такого нету. Знаете, что мне не нравится, когда вот старые здесь есть. Они мне действуют на нервы. Я люблю их снимать, да, чтобы красиво было. В общем, займусь этими делами, так нервы успокаивает. Нервы успокаивают, вот цветочки. Ой, какая красивая, бархатная. И эти какие-то гвоздики, вы видите? Они такие очень интересные. Возьму свекрови вот эту гвоздику. Так, значит, у нее бордовые. Вот это красивая, обалденная. Угу. Этих много цветов. Это бамия. Видите, бамия, она такая дорогая, 40 лир килограмм. Растет у них. Тут помидорчики. А здесь фруктов нету, все портится. И тут полно, посмотрите, гвоздик. Такие гвоздики. Как вы думаете, у меня есть такие гвоздики? Я так тихо говорю. Что-то у меня сил нету. Надо посмотреть в зеркало, умыться. Друзья мои, в общем, на сегодня достаточно вам обзора. Потом покажу. Все остальное. Я пошла делами заниматься. Хочу удивить родителей, приготовить сегодня, испечь белое печенье. Потому что не знаю, у них есть какао или нет. Все. Пока-пока. Я приготовила, как я вам сказала, тесто для блинов. И буду сейчас выпекать, пока мои все спят. Чтобы они проснулись и у них было вкуснятина готова. Когда была Пасха, я помню, мы приезжали 2 года назад. И в это время, или какой-то праздник был, не знаю, не помню. Я испекла эти блины, ей очень понравилось, поэтому я решила сделать для нее сюрприз. А еще она меня ждала, чтобы я ее подстригла и покрасила. Так что сегодня буду заниматься ей. И еще я хочу ее... Что сделать? Испечь печеньцы мои. Но сегодня, наверное, беленькие испеку, потому что тут какао нету. Надо купить. Ну, в общем, как-то так. Все спят, так классно у нас. Виноградик. Ух, я уже выпила кофе, помыла посуду. Буду готовить сейчас выпекать блины. И вот мои первые блинчики. Ну, знаете что, я не могу найти лопатку, мне так трудно. Даже блин не могу, не смогла перевернуть, уже стала... Печь тоненькие. Видите, поломался. Не могу найти лопатку. Но ничего. От души зато всего сделано. Так, ну что, завтрак у меня готов. Дожариваю последние блины. Та сковородка меня замучила.
Вот, все люди ждут меня на улице, мои блинчики. Приятного аппетита нам. Смотрите, что я делаю. Я приготовила кофе для родителей. Мы позавтракали. И сейчас идем пить кофе. Только что постригла я свою свекровь. Так красиво, коротко вообще. Она в шоке. Сейчас пойдет помолиться, и я ее буду красить. Ну, муж вон помогает, собирает волосы. Как хорошо, мы прекрасное время проводим. Так хорошо здесь сидеть, музыку слушаем, разговариваем. Мы будем кушать манты на обед. Сегодня не надо готовить такого ничего. Я напекла сегодня столько блинов. Час целый стригла, потому что я же давно не подстригала никого. В общем, они безумно счастливы, и я тоже. Но пока насчет съемок не может быть и речи, друзья мои. Ну ничего. Я зато рассказываю про них. Мы уже пообедали, поужинали, чай пьем. Сегодня мама приготовила такой суп с мантов. Ну что делать? Знаете, как легко готовиться? Нужно просто в кипящую воду забросить манты и отдельно пожарить на масле томатная паста. И все это потом влить, сварить, и все. Я приготовила салат, мы поели арбуз. Чай пьем. Вот так вот сегодня у нас такой обед. Смотрите, какой виноград растет у нас. Он такой сладкий, без косточек. Красила свекровь сегодня, подстригала край. Посмотрите, все покрасила свои руки. Ну что, чем не пожертвуешь ради свекрови, да? Она такая довольная. Подстригла ее коротко. Покрасила ее в коричневый, даже черный цвет. Ну, какую краску я дочери купила, такую я и окрасила ей волосы. Так что все отлично. Они сидят там сейчас в комнате. Папа там, мама здесь сидит, вяжет. Ну, а я здесь монтирую вам видео. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.